Только за минувшую неделю дорожные полицейские Северодвинска выявили 15 нарушений перевозки несовершеннолетних детей, и эта цифра продолжает увеличиваться. В регионе стартовала акция «Ребенок – главный пассажир». Все внимание сотрудников ДПС приковано к заднему ряду сидений, где обычно ездят дети. Здесь пассажиры до 7 лет должны находиться в специальных удерживающих устройствах. В основном допускается перевозка детей на переднем сидении. У нас запрещена перевозка детей на переднем сидении до 12 лет без удерживающего устройства. И, наверное, на заднем сидении, не пристегнувшись ремнем безопасности. Патрули ДПС до 24 июля будут дежурить у детских садов, больниц, кинотеатров. За перевозку детей не по правилам – штраф 3000 рублей. Напомним также, что за полгода в регионе в ДТП пострадали 11 детей.